Всем привет! Это полезная программа. А значит, настало время приобрести новые знания и опыт. Поехали! Егор, я совсем недавно узнала, что ты занимаешься боевым самбо. Аня, раньше это было всерьез, ну а сейчас скорее хобби. Так, для поддержания формы. Отличный вариант для мужчины. А как думаешь, мне такой вид спорта подойдет? Аня, было бы желание. Но, честно говоря, я бы лучше посоветовал тебе что-нибудь более женственное. Сюжет в продолжение темы. Известная поп-дива Дженнифер Лопес говорит: «Тело – подарок природы». А вот что делать с этим подарком, каждая девушка решает сама. По статистике, рано или поздно большинство из нас приходит к выводу – регулярные физические нагрузки – вот истинный путь к совершенству. И отправляются в спортзал. Я хочу добиться своей прежней формы, и для этого мне нужно, конечно же, сбалансированное питание и упражнения физические. Благодаря Жениной поддержке и, конечно же, прилагая от себя хороших усилий, я думаю, что добьюсь результатов к лету, и все это увидят. Wellness-клуб для Ирины открыла коллега по работе Евгения. Скептически настроенную подругу удалось убедить собственным примером. Когда Ирина увидела, как Женя меняется на глазах, у нее проснулся, как говорится, спортивный интерес. Теперь девушки ревностно следят за результатами друг друга, и это является дополнительным стимулом на пути к поставленной цели. То, что мы вдвоем ходим, это в первую очередь то, что время быстрее как бы проходит и как бы вроде незаметно получается. Ходим мы где-то примерно от месяца в 3. И мы довольны улучшением в самом состоянии, вот физическом. Выбор девушек пал на Wellness-клуб не случайно. Руководство компании, в которой они работают, решило таким образом поддержать корпоративный дух сотрудниц. Мы давно уже сотрудничаем с организациями. Девушки занимаются именно корпоративами, благодаря чему добиваются лучших результатов, стимулируют друг друга, мотивируют. И это положительно сказывается не только на личной жизни девушек, но и в работе. Вывод напрашивается сам собой. Подтянутые спортивные сотрудники быстрее продвигаются по карьерной лестнице. Если вы еще не ходите в спортзал, самое время узнать у самых спортивных коллег их секрет стройности. И бегом к высоким результатам. В Wellness-клубах «Спорт Делюкс» очень выгодное предложение для корпоративных клиентов. Мы знаем, как создать здоровый климат в любом коллективе. Wellness-клубы «Спорт Делюкс» на Мотозалке 9, Керенского 56А и Батурина 20. Сайт sportdeluxe.ru. Аня, наверное, ты любишь готовить дома. Конечно, я даже знаю несколько кухонных хитростей. Кстати, их мне подсказали наши телезрители в рубрике «Полезный совет». Еще несколько секретов, которые точно пригодятся хозяйкам в нашем следующем сюжете. Здравствуйте, меня зовут Нина Евтихова, и сегодня я поделюсь с вами идеей интересной подачи желе. Берем апельсин, режем его на две части и аккуратно вынимаем сердцевинку ложечкой. То же самое проделываем со второй. Берем желе и высыпаем в емкость. А теперь берем воду и разбавляем желатин в воде. Растворяем желе и как только оно полностью растворится, заполняем наши половины апельсина этой жидкостью. Вот так. Отправляем наши формы в холодильник до полного застывания желе. После того, как желе застыло, разрезаем его на равные части горячим ножом. Можно взять желе разных цветов, и тогда получится такой замечательный десерт. Приятного аппетита! Вам нужно срочно приготовить обед, а заранее разморозить мясо вы забыли. Я покажу вам, как заставить его растаять за считанные минуты. А поможет нам столовый уксус. Он обладает уникальным свойством снижать температуру замерзания. Если я полью уксусом мясо, то достаточно 10-15 минут, чтобы оно из замороженного превратилось в охлажденное. Теперь можно готовить. К тому же обработанное уксусом мясо становится еще мягче и вкуснее. Это была полезная программа. Возьмите наши советы на заметку. А я напоминаю, еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!